Доброе утро, ребята! Начинаем урок математики в 4 классе по программе «Школа России». Тема нашего урока – письменное деление на трехзначное число. Наша цель – закрепить деление столбиком многозначного числа на трехзначное. Подумайте, какое из данных числовых выражений мы будем решать, исходя из темы и цели урока. Правильно, 84822 разделить на 211. Для начала вспомним алгоритм письменного деления на трехзначное число. Найти первое неполное делимое. Определить число цифр в частном. Разделить первое неполное делимое, подобрав пробную цифру в частном. Проверить умножением. Найти остаток, если он есть, и сравнить его с делителем. Образовать второе неполное делимое. Запишите деление столбиком. 84822 разделить на 211. Определим первое неполное делимое. Первое неполное делимое 848. Значит, в частном будет 3 цифры. Будем делить 848 сотен на 211. Или 8 разделим на 2. Получится 4. 4 – это первая цифра в частном. Проверим ее умножением. 4 умножить на 1 будет 4. 4 умножить на 1 будет 4. 4 умножить на 2 будет 8. Находим остаток. 8 минус 4 будет 4. 4 – это остаток. Он меньше делителя. Сносим цифру десятков. 2. Но 42 невозможно разделить на 211. Значит, в частное записываем 0. Сносим цифру единиц. 2. Будем 422 делить на 211. 4 разделить на 2 будет 2. 2 – это третья, последняя цифра в частном. Проверим ее умножением. 2 умножить на 1 будет 2. 2 умножить на 1 будет 2. 2 умножить на 2 будет 4. Находим остаток. Остаток 0. Читаем ответ. 402. Деление завершено. Рассмотрим другой случай. Запишите. 67068 разделить на 324. Первое неполное делимое 670. Значит, в частном будет 3 цифры. 670 сотен разделим на 324. Или 6 на 3. 6 разделить на 3 получится 2. 2 – это первая цифра в частном. Проверим ее умножением. 2 умножить на 4 получится 8. 2 умножить на 2 получится 4. 2 умножить на 3 получится 6. Находим остаток. Из 670 нужно вычесть 648.
Из нуля невозможно вычесть 8. Занимаем у единиц 1000. 10 минус 8 будет 2. У нас было 7 единиц тысяч, осталось 6. 6 минус 4 будет 2. 22 – это остаток. Он меньше делителя. Сносим цифру десятков. 6. Но 226 невозможно разделить на 324, поэтому в частное записываем 0. Сносим цифру единиц. Теперь будем 2268 единиц делить на 324. Или 22 разделим на 3. 22 на 3 без остатка не делится, а делится 21. 21 разделить на 3 будет 7. Проверим умножение. 7 умножить на 4 – будет 28. 8 записываем под единицами, а 2 десятка запоминаем. 7 умножить на 2 будет 14. Да еще 2 десятка запомнили, будет 16. 6 записываем под десятками, а 1 сотню запоминаем. 7 умножить на 3 будет 21. Да еще 1 сотню запомнили, будет 22. Находим остаток. Остаток 0. Читаем ответ 207. Деление завершено. А теперь решим задачу. У друзей было 1200 рублей. Они пришли в магазин спортивных товаров, чтобы купить футбольные мячи. Цена мяча 489 рублей. На сколько мячей им хватит денег? Сколько сдачи они получат? Посмотрите и скажите, какие числовые данные есть в этой задаче. 1200 и 489. О чем нам говорит число 1200? О том, что у друзей было 1200 рублей. О чем нам говорит число 489? О том, что цена мяча 489 рублей. Что нужно узнать в задаче? На сколько мячей им хватит денег? А еще что? Сколько сдачи они получат? Как узнать, на сколько мячей им хватит денег? Да, нужно 1200 разделить на 489. Первое неполное делимое 1200. Будем 12 делить на 4. 12 разделить на 4 будет 3. Но мы видим, что если 489 мы умножим на 3, то получится число больше, чем 1200. Поэтому 3 много. Будем пробовать цифру 2. 2 умножить на 9 будет 18. 8 единиц записываем, 1 десяток запоминаем. 2 умножить на 8 будет 16. Да еще запомнили 1. Будет 17. 7 записываем под десятками, 1 сотню запоминаем. 2 умножить на 4 будет 8. Да еще запомнили? 1 будет 9. Записываем под сотнями. Находим остаток. Из нуля единиц невозможно вычесть 8. Занимаем у десятков. Но десятков у нас 0. Занимаем у сотен. 10 единиц минус 8 будет 2 единицы. Записываем под единицами. Было 10 десятков, осталось 9. 9 десятков минус 7 будет 2 десятка. Записываем под десятками. Вычитаем сотни. Было 2 сотни, одну заняли, осталась 1.
Из одной сотни невозможно вычесть 9. Занимаем у единиц тысяч. 11 вычесть 9 будет 2. Итак, 222 – это остаток. Он меньше делителя. 2 – это количество мячей, а 222 – это сдача. Задача решена, можем записать ответ. На 2 мяча им хватит денег, 222 рубля сдачи они получат. Ребята, обратите внимание на орфограмму, подчеркнутые в словах. Помните о том, что писать грамотно нужно всегда. Повторим математические правила, связанные с делением. Результат деления называется частное. Чтобы найти делимое, нужно частное умножить на делитель. Чтобы найти делитель, нужно делимое разделить на частное. Делить на ноль нельзя. Деление – действие, обратное умножению. При делении числа на 1 получается само число. При делении числа на само себя получается 1. При делении нуля на любое число получается 0. Молодцы! Подведем итог нашего урока. Подумаем, достигнута ли цель урока? Да, мы закрепили письменное деление на трехзначное число. Что на уроке у вас вызвало затруднение? Что вам особенно понравилось на уроке? О чем вы хотели бы узнать еще? Где полученные на уроке знания вам могут пригодиться в жизни? Запишите домашнее задание. Или придумайте математический ребус по теме урока и поделитесь им с одноклассниками. Или решите данную задачу. Запишите ее кратко. В ателье было 377 метров ткани. Из 248 метров сшили плащи, расходуя по 4 метра ткани на каждый. А из остальной ткани сшили куртки, расходуя по 3 метра на каждую. Сколько всего сшили плащей и курток? Записали? На этом наш урок окончен. Желаю вам здоровья и творческих успехов!